На 385 миллионов рублей в этом году увеличились доходы городского бюджета. Субсидию в 43 миллиона предоставили на строительство газопровода высокого давления от ГРП-14 до ГРП-16. 36 миллионов направят на строительство улицы Чапаева. Это неосвоенные остатки с прошлого года. Субсидии на ремонт дорог нам предоставлены 6 миллионов 388. Люди голосовали, отбирали на сайтах администрации. Это будет выполняться улица Димитрова на участке от здания Димитрова 3 в сторону улицы Садовая. Субсидия в 298 миллионов выделена в рамках программы оздоровления Волги на продолжение реконструкции канализационных очистных сооружений. Кроме того, по нацпроекту образования доведено более 4 миллионов рублей на заработную плату советников директоров школ по воспитанию. Расходная часть бюджета увеличилась на 645 миллионов рублей. Программа обеспечения населения города Сарова доступным и комфортным жильем увеличена на 69 миллионов 272 тысячи рублей. 869 тысяч направляется на обеспечение детей-сирот жильем за счет средств субвенции. 509 тысяч на финансирование за счет средств бюджета субсидий молодым семьям. На капитальный ремонт школ и детских садов предлагают направить еще 30 миллионов рублей. На ремонт дорог – 37 миллионов. Софинансирование программы «Вам решать» обойдется городскому бюджету в 24 миллиона. Также затрат потребуют работы по благоустройству сквера Намира. Вопрос корректировки бюджета продолжат рассматривать на заседании городской думы. Екатерина Опенова, Константин Островский, Евгений Иващенко. Служба новостей «Саров-24».